Какого хрена? Эй, Вито, проснись и пой! Господи! О боже, Марти, не ори, а! Голова раскалывается! О, прости, Джои. И хватит называть меня Джои. Крыша поехала! Вито, спускайся! Господи боже... Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать, так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесет. Прыгай, по дороге объясню. Садись за руль. Куда? Риверсайд. Ладно, едем в Риверсайд. Ну и ночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься, нет? Ну что ты, подумаешь, труп закопали. Прям мечтал. Вот выйду и... Да ладно, ты же оторвался с девками. Ну да, да. И за это спасибо. Но за то, что было потом, благодарить не стану. Ладно, ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. А! Что за дела? Заезжаем в пару мест, распродаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно к Эдди и получаем свою долю. Расплюнуть. Постой-ка. Помнится, меня как-то раз за решетку упекли за такое вот расплюнуть. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай в Риверсайд. Ну, как скажешь. Поверь, ты мне спасибо скажешь. Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Привет, блок красных. Вита, подай блок красных. Не то, я сказал красных. Ну, Вита. Не то, я сказал красных. Ну, Вита. Смотри, куда прёшь. Так-то лучше.
Валяй. Эй, хорошо, что ты приехал. Курить нечего. Мне блок синих. И это один блок синих. Синих, блок синих, твою мать, Вита, внимательней! Синих, блок синих, твою мать, Вита, внимательней! Я знал, что ты справишься. Есть. Какого черта? Хай, сержант, как дела? Как всегда, блок синих? Думаю, в этот раз мне белое. Слышал, Вита? Давай, блок белых. Да, вот его. Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали. Садись, Вита, дальше в Милвилл. Сегодня все отлично, мы серьезное бабло срубили. Малыш Марти, он тоже на Эдди работает? Ага, спит и видит. Парню еще и 18 нет. Возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то отвозит, фигня всякая. Но он думает, он гангстер. Слишком много в кино торчит. Ну, если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе нассал. Ты что, забыл, как клево было? Ага, напоминай мне иногда, ладно? Видишь, я же говорил, все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно.
Слушай, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наш Вита! Так, мы почти что приехали. Эй, мне блок синих, если можно. Давай блок синих. Синих, блок синих, твою мать, Вита, внимательней! Я знал, что ты справишься. Получай. Привет, мне блок красных. Вита, блок красных. Отлично! Давай! Вот вам, сэр. Всегда пожалуйста. Что продаешь, парень? Ты покупать или глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты. Блок 2 бакса, целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Эй, дружок, давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати! Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа! Чё? Чё? Вот. Ну что теперь скажешь, вот? Что я скажу? Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда! Ладно, давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. Вот нажми Вита, он уходит! Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Черт, и что теперь? Нужно обсудить с Эдди. Ищи ближайшую будку и позвони ему. Эдди, это Вита. Слушай, у нас тут проблема. Мы толкали курево, а потом внезапно появились эти реалинчики и подожгли грузовик. Что? Ты что, издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, Эдди, слушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница?
Деньги мне мои верните. Я два куска за грузовик отдал и хочу их назад. Наше счастье, тормоза, что со мной тут Стив. Человек Дерека. И мы как раз решаем, что делать с этой шмалью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеные лошади. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Итак, встречаемся со Стивом у входа в бешеную лошадь. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Я Эдди что, требует свои деньги. Все две штуки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпется два косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Знаешь ли, он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. Ох, Эдди рвал и метал в трубку. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на два куска вытрясу. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек Дерека, а Дерек в команде Винчи. Я тебе что, доктор? Но ты этот, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Дальтоник красный же! Что, автобан на Аляску? Слушай, поспи или еще чего? Эй, Стив. Привет. Марти, ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата, ограбили и выбили три зуба. Да уж, ублюдки поганые, от них по всему городу одни неприятности. Цыц, вот... пацан, сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было? Это просто офигенно! Оставим им подарочек. Виту, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив.
теперь пошли в Литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи. Эй, как вы сюда попали? Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Джо, берегись! Спасибо, брат. Черт, у них пушки. Они попали. Я захожу. Ладно, Витя, поплыли. Не сдохнуть, пока бой не кончился. Стреляешь, как моя сестра. Обходи его сзади. Но я прикрою. Двигай. Ты труп, козел. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Я лучше всех. Давай, быстро, пошли! Ладно, Мита, поехали. Прикрой меня, Мита! Пошел, пошел! Я прикрою! Я прикрою, Вика! Вперед! Дай меня! Нарвался! Стой! Пошли, быстрее, вали его! Увидимся в аду, чмо! Да, дрожись от страха, а? Ты хоть что-нибудь оставишь, придурок? Урод меня ранил.
Я захожу. Он попался. Да, кажись от страха, а? Прикрой меня, и это все, чем меня порадует. Только попал. Ладно, Митя, поехали. Все молодец. Ну как тебе, урод? На следующей пуле твое имя. Быстрей! Ладно, Вита, пошел, пошел! Стреляешь, как моя сестра. Я тебя сестра. Прикрой меня! Все, шабан! Я крут! Не смей дохнуть, пока бой не кончится! Ай, что в него? Чёрт, за что? Вон он! Отходи его сзади! Прощайся с жизнью! Пошёл, пошёл, я прикрою! Будь начеку, Вита! Я лучше всех! Это всё, что ты можешь! Вита, погнали! Прикрой меня, Вита! Давай, придумай что-то, быстрей! Мне хоть что-нибудь оставишь, придурок? Пошли, быстрее, вали его!
Слушай, все это как-то совсем уже. Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают? Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. Где найти для Эдди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений! Эти тачки не дешевые, верно? Да Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я отгоню эту красотку Дерек. Встретимся в Соколе. Заметано. Увидимся в баре.
Здравствуйте. Чем могу помочь? О! До скоро. И? Вот деньги. Ну, слава тебе, Господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет. На сегодня все. Если что, я вам позвоню. Вот что у нас есть. Кофе сейчас будет, сэр. Заходите к нам еще, сэр.
Thank you.